В Смоленске на улице 12 лет октября сгорел автобус. Видео тушения пожара и фотографии последствий опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС. По информации ведомства, ПАЗ вспыхнул, когда водитель попытался его завести. Он попробовал самостоятельно справиться с огнем, но безуспешно. На место пожара выехали 11 специалистов МЧС, которые справились с огнем. К счастью, в автобусе пассажиров не было, поэтому никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.